мы говорили с Олегом Васильевичем, чтобы и он согласился, что нужно составить новый план БТИ. Установка детской игровой площадки и спортивного комплекса, замена окон, ремонт кровли. Огромный комплекс работ выполнен в Вершовской школе имени Героя Советского Союза Василия Фабричного. Ремонт завершился по графику, но сделать еще предстоит немало. По инициативе родительского сообщества была организована встреча по вопросам дополнительных работ. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал школу в ходе рабочей поездки. Конечно, тут надо предпринимать меры, чтобы образовательный процесс отвечал всем должным требованиям. Речь идет о комплектовании кабинетов физики, химии, о комплектовании и оборудование кабинета для технологий, для, например, приведения в порядок помещения. В ходе беседы обсудили пожелания руководства школы и родителей по улучшению образовательного учреждения. Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина отметила качество выполненных ремонтных работ. Абсолютно все там сделано сейчас, начиная с фундамента и далее. То есть был сделан очень хороший ремонт. И поэтому мебель и все необходимое технологическое оборудование, которое нужно и для других форм проведения учебного процесса, он должен сейчас уже прийти. И поэтому я думаю, что ребята еще более качественно будут проводить уроки. Главная тема обсуждения – мастерская для работ по технологии. Уже много лет пристройка пустует, а уроки труда для мальчиков проводить негде. Задание передали в управление образования. По итогам будет разработан дальнейший план. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».